Мособлпошспас провел ежегодный смотр-конкурс «Отражение». В спортивных состязаниях вместе с пожарными спасателями традиционно принимали участие подмосковные журналисты. Приехали команды из Шатуры, Каширы и Дубны. О результатах соревнований и итогах творческого конкурса расскажет Богдан Колесников. Перед началом соревнований – инструктаж по технике безопасности и жеребьевка. Участники разделились на две команды, в каждой по три человека. К борьбе за первое место готовы и морально, и физически. Там у нас четыре этапа, поэтому каждый проявит себя как надо. Мы подбираем команду, чтобы не грустно было, и специалистов наших подразделений, которые некоторые реально занимались боевой работой, и со средств массовой информации. Когда человек представляет, насколько трудно, значит, он уже и совсем по-другому освещает все события, которые наши подразделения совершают на месте ЧС. Спортивные испытания команды проходили поочередно. Бросали спасательный круг на дальность, надевали боевую одежду и снаряжение пожарного, поражали цели с бронхойта, преодолевали лабиринт с препятствиями и эвакуировали пострадавшего со второго этажа. Очень тяжело в этой форме работать, но заряд адреналина и бодрости вообще получил отличный. Немножко на этапах, конечно, там накосячил, но в целом сработали хорошо команды. Понравилось безумно. Еще бы, может, повторил разочек. Ну, спасатель, наверное, труднее. Все-таки оператором я уже привык, а надеть, допустим, форму – это тяжеловато. И бегать не тяжело тут, ребят. Во время подведения итогов соревнований наградили и победителей творческого смотра конкурса «Отражение». Первое место в номинации «Лучший видеоматериал» заняла команда телеканала «360». Авторы сюжета – корреспондент Ирина Кириллина и оператор Евгений Макалкин. Мы снимали сюжет про собаку Симону, которая работает в пожарной части 10 лет. И вот ее наконец-то посвятили в пожарное, вручили ей форму, шевроны и показали, как она работает. Она помогает в пропаганде, раздает листовки у себя в поселке. А еще недавно Симона стала мамой, и одного из щенков Дмитрий оставил, так что там теперь будет целая династия. Творческие конкурсы и спортивные состязания с участием СМИ и пожарных спасателей Мособлпошспас проводят в разных городах Подмосковья. В этом году в Малаховке. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.